Всем привет, ребятки! Сегодня у нас будет посадка такого вот хорошего растения розмарин. Вот черенка вырастил, такой вот отросточек, сантиметров он 30 высотой же. Кому интересно, как черенка выращивал, купленного в магазине розмарина, я оставлю ссылку в описании. Сейчас будем его вытягивать и сажать в больший горшок. Одной рукой неудобно, но попробую. Вот он, комочком. Так вот был дренаж, такие вот уже у него хорошие корни. Будем сажать больше горшок. Тоже насыпали дренаж. Он не любит застоя воды. Керамзита. Вот так вот он будет чуть выше. Обычной земли с огорода добавим. Компост, переплевший такие листья. Навоз и песок. Легкая почва. А вот розмарин. Такой вот у нас он уже. Вот, по сравнению с рукой, довольно-таки большой. Вот, он с такого же маленького растения, но этот был череночек такой куплен. Вот этот. За 2 года вот такой вот вырос. Сначала его сажал, как этот, в больший горшок. И прикапывал вот так вот землей. Он все лето рос, полгода пока тепло. На зиму его забирал домой, на балконе он был. Потом он разросся. Посадил я вот бутылка обрезанная, 10-литровая. Он и сейчас в ней растет. Просто сейчас пока нет подходящего места для пересадки. Надо будет его подготовить место и на солнечное место уже на постоянное высадить, потому что уже возить его как бы не очень будет удобно. Вот. И думаю, что он уже этой зимой, я его только агроволокном обмотаю, и будет он зимовать на улице. А этот, который маленький, пока будет расти все лето, так вот прикопанный в земле в этом горшке. Потом на зиму его заберу, он подрастет. Потом опять больший горшок. И я думаю, 2 зимы тоже можно будет высаживать на постоянное место. Вот, кстати, он цветет. Такие вот цветочки у него. Такие голубенькие. Вот, если вот так вот сделать рукой, аромат очень такой хороший, пряности. Вот, ссылку я в описании тоже скину, как вот это вот я растение садил 2 года назад. И вот оно такое разрослось, даже так не скажу, сантиметров, наверное, 40. И так вот тоже сантиметров 40 по ширине. Так, в общем, приступаем к посадке. Вот посадили наш розмаринчик, прикопали вот так вот этот горшочек, чтобы он на солнце не нагревался, он черный. Вот так он будет расти. Верхушку прищипну, чтобы он разрастался, вот эти вот боковые побеги все в ширину разрастались, чтобы он вверх не рос, но и вверх, соответственно, он будет расти, но не так быстро. И в ширину будет такой пушистый кустик. И сейчас хорошенько мы его прольем. Но он посадили на солнечное место. Он хорошо переносит засуху. Будет у нас тут расти.